вашего профессионального праздника. Хотел бы сказать, что нефтяники из Великобритании — это нечто особое для нашей республики. Вы всегда являлись и являетесь для нас примером того, как можно самоотверженно относиться к исполнению своих служебных обязанностей. В этот день не особо, конечно, хотелось бы вспомнить добрым словом ветеранов вашей отрасли. Тех, кто, собственно, тогда, в далекие годы, заслужил для нашей республики право называться нефтяной газовой территорией. На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс Калмыкии развивается достаточно динамично. На сегодняшний день возрастают налоговые поступления с топливно-энергетического комплекса. Сегодня мы работаем с внятными, мощными партнерами в сфере нефтедобычи, газодобычи, в сфере газораспределения. Если говорить об объемах газификации нашей республики, конечно, не может не впечатлить общая цифра процентная газификации нашей Калмыкии на 80% с лишним. Но однако же до сих пор для нас остается главная задача довести, во-первых, 100% газификацию Калмыкии, и, конечно же, 100% газификацию нашего сельского населения, где на сегодняшний день цифра еще не совсем так радужная, как хотелось бы. Чуть более 60%. Но я убежден, что совместно с вами, уважаемые коллеги, нам удастся решить эту проблему в кратчайшие сроки. Почему? Потому что для себя правительство Калмыкии обозначило как стратегическую задачу развития нашего сельского хозяйства. А сельское хозяйство без человека, без человека труда, конечно же, невозможно. И для человека труда на селе, нас на селе, людей населения Калмыкии, безусловно, необходимы в нашем 21 веке новые комфортные условия для проживания, жизни, труда. И газ, голубое топливо является, конечно же, основным компонентом этой комфортной жизни. Нефтедобыча. У нас есть серьезные проблемы и в этом секторе. Но однако же приход таких крупных партнеров мирового уровня, как компания «Лукойл», на наш рынок не просто приход, но и уже начало работ, конкретная реализация своих проектов на территории Калмыкии заставляет верить нас в то, что в самом недалеком будущем Республика Калмыкия получит новые дивиденды от такого сотрудничества с такими крупными компаниями, как «Газпром», «Лукойл», «Каспийский трубопроводной консорциум» и так далее. Я хотел бы поздравить вас всех, уважаемые друзья, с вашим профессиональным праздником. Особое слово признательности еще раз, конечно же, хотел бы выразить ветеранам отрасли. Хотел бы пожелать крепкого здоровья, счастья. Хочу надеяться на то, что сегодняшнее поколение нефтяников, газовиков Калмыкии с достоинством возьмет все то лучшее из нашей истории, из этой нефтегазодобывающей отрасли, и привнесет это в сегодняшнее время. Хочу надеяться на то, что темпы газификации Калмыкии не упадут, а только вырастут. Верю в то, что и нефтяное будущее нашей Калмыкии перспективно. Поздравляю вас всех с праздником, желаю вам всего доброго, мира вашим семьям, вашим домам, крепкого.